Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю напоминают о высокой пожароопасности. Прогноз касается территории центральных районов, западной половины края и Черноморского побережья. Жителям и гостям курорта необходимо соблюдать следующие правила. Не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер только на открытых площадках. Место разведения костра следует окружить минерализованной полосой не менее полуметра. Перед тем, как уйти, залить костер водой или засыпать землей. В случае пожара звонить 112.